извините, пожалуйста, можно я с вами поговорить? Меня Тимур зовут. Я вам покажу один портрет. Там женщина изображена, она хорошо известна. И она улыбается. Вот как вы думаете, почему вот эта женщина на этом портрете улыбается? Как вы думаете, почему? Она счастлива. Она счастливый человек? Да. У нее все в порядке? У нее все супер. Проблемы какие-то? Никаких нет. Ну, когда вы смотрите на этот портрет, у вас не возникает тревоги какой-то? Нет. У нее все в порядке? Да. А у вас в порядке? Вообще все супер. Что вы себе пожелаете? Я пожелаю себе еще больше счастья. Спасибо. Здравствуйте, можно я вам покажу один портрет, а вы мне скажете, знаком он вам или нет? Хорошо, да, знаком. А почему женщина на нем улыбается? Потому что у нее хорошее настроение. Это красивая женщина? Да. У нее что, нет проблем? Она так улыбается, словно все в порядке. Посмотрите ей в глаза. Да, мне кажется, нет проблем. У нее нет проблем? Нет. Это счастливый человек? Да. Красивый, счастливый человек. А может, что-то еще надо для счастья? Мне кажется, что для счастья ничего не надо. Оно или есть, или нет, да? Да. Спасибо. Она хотела каждый вечер возвращаться домой. Здравствуйте, Тимур зовут. Можно с вами коротко поговорить? Я вам один портрет покажу. Скажите, это красивая женщина? Нет, не красивая? Ну, присмотритесь. Она улыбается на портрете. А вы говорите, некрасивая. А как вы думаете, что, разве бывают некрасивые женщины? Нет, не бывает. Все прекрасные люди на свете. Ну вот, когда вы смотрите в этот портрет, он вас что, огорчает? Слишком самокритично. Ну, а бывает, что радует? Бывает. Ну, вообще, женщина на этом портрете, это счастливый человек? Да. Счастливый, да. Хотя огорчает. Ну, да. А что-то еще нужно для полного счастья? Для полного счастья? Мне кажется, сложный вопрос. Наверное, нет. Все прекрасно. Ничего не требуется больше. Может, почаще улыбаться на портреты красивых женщин? Например, глядя на этот портрет. Спасибо. Еще раз спасибо за комплимент. Хорошо, я учту, вы подняли настроение. Очень здорово, спасибо. Спасибо вам. До свидания. Здесь вот у ели дрожат на весу. Здесь птицы щебечут. Здравствуйте. Нет? Нет. Откуда уйти невозможно. Здравствуйте. Меня Тимур зовут. Можно я вам покажу один портрет? Он хорошо известен. На нем женщина улыбается. Скажите, как вы думаете, почему на этом портрете женщина улыбается? Все равно я отсюда. У нее все хорошо? Почти. Это красивая женщина? Посмотрите на нее. Обычная. Обычная, но она улыбается. Проблемы у нее есть? Вот когда вы смотрите на этот портрет, вас что-то тревожит или вас это успокаивает? Тревожит. Тревожит? Чего-то вам не хватает. Правильно? Какие-то проблемы, нет? Что вы скажете? Проблемы есть у всех. Ну это, вот на этом портрете женщина счастливая? Не-а. Нет? А что ей не хватает? Всего и побольше. Я отсюда тебя заберу. Светлый терем с балкона на море. Какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу. Откуда уйти невозможно.